Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ронин. Последний самурай. Так. Должно быть, я опоздал. Кто вы? Узнаешь об этом в аду. Умри. Нифига себе, хлыщ. Нажмите и удерживайте кнопку блока, чтобы защититься от вражеских атак. Окей. В случае успешного блока вы потеряете концентрацию, но не ОЗ. Концентрация отображается в виде желтой полоски. Если она заполнится, враг пробьет вашу стойку и оглушит вас. Вот она, ребята, концентрация. Так, теперь нажмите кнопку атаки, чтобы нанести удар врагу. Так, мне надо будет все это потом на кнопочке выставить. Шанс критического удара увеличивается, когда вы атакуете оглушенного врага, у которого нет концентрации. Ну-ка. Действительно. Оу-оу-оу-оу. Враг снова атакует. В этот раз нажмите кнопку блока вовремя, чтобы парировать вражескую атаку. Хорошо, своевременно парировав атаку, вы лишаете врага огромного количества концентрации и сохраните свою концентрацию. Ой. Я его, короче, сейчас порву, ребят. Ну-ка. Ага. Надо будет, конечно, расставить, ребята, кнопки обязательно. Ха-ха. На, на. Выкуси, гаденыш. Ого, появились новые враги. Чувачок-то со стволом. Погоди секунду. Так, враг готовится к выстрелу с дальней позиции. Защищайтесь. Атаки дальнего боя наносят определенное количество проникающего урона, даже если вы их заблокируете. Так, мне надо расставлять кнопки обязательно. Атаки дальнего боя можно парировать, но при этом вы не отнимаете у врага концентрацию. Старайтесь в первую очередь атаковать стрелков, чтобы получить преимущество в бою. Нажмите и перетащите кнопку блока, чтобы приблизиться к стрелку. Атакуйте и убейте стрелка. Попробуем. Завалил. Конечно. Хлыщ размечтался. Ну что ж, неплохо, друзья, неплохо. А это кто такой? Где господин? Не переживай, ты скоро встретишься с ним на том свете. Иногда враги используют сильные атаки. Перед этим над ними появляются уникальные метки. Осторожно, нажмите кнопку блока. Сильные атаки нельзя парировать. Обратите внимание, что вы получите урон, даже если заблокируете такую атаку. Враг снова использует сильную атаку. В этот раз нажмите кнопку атаки прямо перед тем, как он вас коснется вражеский клинок, чтобы осуществить контратаку. Ого! Отлично, своевременная контратака нейтрализует сильную атаку и наносит врагу критический урон. Пришло время продемонстрировать врагу вашу истинную мощь. Нажмите кнопку навыка. Воспользовавшись навыком, вы получаете особую силу на все время его действия. Атакуйте врага. Йох! Ну нифига мы его тут хорошо раскромсали, друзья. Имя Рэй. Первый день. Награда за вход. Пришло время отправиться в путешествие и отомстить. В бой. Этап один. Поехали. Ага. Блин, я же вроде атаковал его. Что ты тут трешься? Угу. Хлыщ. Так, монетки забрать бы надо. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что делает, а?
А если мы с тобой вот сюда отойдем? А, это, видимо, мы сами уже подберем. Я думал, надо сейчас подбирать. Нет, парень. На-ка. Да, это все подбирается само, отлично. О-о-о. Поехали. Да чтоб тебя. Готов, сыч. Пойдем сюда. Слушай, а у меня здоровья мало. Ого. Очень мало здоровья. Вырубил нафиг. Так. Выбрать способность. Воля к жизни увеличивает шанс получения сфер ОЗ и усиливает их эффект лечения. Увеличение силы, так, на 15%. Или свиток заземления, то есть защита. Блоки сильных атак снижает получаемый урон на 70%. Да, ну вот это возьмем, ребят. Этап 3. Воу-воу-воу-воу-воу. А у меня что, не восстанавливается, что ли? Ё-просоте. Возродиться. Бесплатно. Так, мы возродились из пепла. Ага. Как же ты медленно идешь, а, парень. Ха-ха-ха, попался. Замечательно. Так, тут бои будут, блин, вот так вот. Ой-ой-ой. На самом деле лучше... лучше стрелка, ребят, пробить. Ну, раз уж так получилось, давай сделаем. Как же мне здоровье восстановить, например? Так, третий, ребята, уровень. Выбрать способность. Отдых. Восстанавливать 60 ОЗ. Плавные движения. Вражеские атаки отнимают на 50% меньше концентрации. Ошеломление. Ваши атаки отнимают на 30% больше концентрации. Давай-ка я отдых возьму. Воу. Чего? Я хотел вообще-то... Ну что делает, а? Да что ж ты за навозный жук-то такой, а? Ну? Есть! Шкатулочка у него выпала, ты понимаешь? Так, здесь деньжата. Прекрасно. А отдых я не заслужил, да? Я вот так вот и буду с вами. Опа, у него двойная атака, оказывается. Тройная даже. Да хорош ты. Офигеть. Так, вернуться в лобби. Бой окончен. Так, видимо, у нас с тобой ваше парирование отнимает на 30. Так, больше концентрации. Ну, например, вернемся. Мы же можем здесь, наверное, прокачиваться, да? Чтобы победить сильных врагов, нужно тренироваться. Вот я об этом и говорю. Чтобы начать тренировку, коснись соответствующей кнопки. Бесплатно. Позволяет выбрать одну способность в начале боя. Так, опробуйте результат своей тренировки в бою. Так, на деревню напал неизвестный враг. Глава первая. Что у нас вот тут? Особая акция к китайскому Новому году. Вот так даже, да? Большой сундук. Бесплатно, бесплатно. А тут волшебный сундук. Давай посмотрим с тобой большой сундук. Так, и что же мы здесь с тобой можем получить? Ох ты, собачий ошейник.
восстанавливает 51 УЗ, когда вы побеждаете всех врагов. Слушай, ну это круто. Эффект питомца. Так, может быть, это мне нужно на питомца или что? Не знаю пока, ребята. Так, открыть еще раз. Пока не могу я еще раз открыть. Давай тогда еще глянем с тобой волшебный сундук. Еще 10 до гарантированного эпического снаряжения. О как. Ну и что же здесь нам выпадет с тобой? Давай смотреть. Ух ты, кошачий колокольчик. Хорошая, атака 42. Снижает получаемый урон на 19,2%, когда у вас здоровье меньше 25%. Но почему эффект питомца, я никак не могу понять. Возьмем. Так, у нас с тобой что-то на почту пришло. Награда за вход. Рэй, ваша награда за вход уже доступна. Нажмите, чтобы получить ее. Позволяет единожды воскреснуть после смерти. Вот это хорошо. Это очень хорошо. Так, особая награда. Это что ж такое? Наковальня какая-то, ребят. И информация об обновлении. Так, замечательно. Смотрим дальше, что у нас тут. Уровень 1. Могу, ребята, повысить атаку. Ваши атаки отнимают на 14,6 больше концентрации. Улучшить. Для этого нужно вот такие вот элементы. И все у меня это есть. О, могу еще улучшить. Прекрасно. Атака 60. Слушай, знаешь, что мне вдруг вот почему-то сейчас вот в голове промелькнула мысль? Призрак Цусимы. Не знаю почему, ребят, но вот так вот. Смотри, у нас с тобой ОЗ 456, да? Ваше парирование отнимает на 39. Ага, больше концентрации. Использовать. Ух ты. Вау. Это, ребят, соломенные шляпы, да-да. Так, смотри, мы можем с тобой либо надеть, я так понимаю, колокольчик, либо ошейник. Я думаю, что ошейник лучше, да, наверное, использовать. А колокольчик тоже туда же? Да. То есть тут выбор, друзья. Ух ты. Парные мечи вихря. А у меня... Ах, вот оно что. Ё-моё. Блин, ребята, если бы я знал, надо было, наверное, парные мечи-то одевать. Атака 45. Враг замедляется на 6 секунд. Скорость атаки и количество отнимаемой концентрации увеличивается на 45%. Ты представляешь? А я прокачал вот этот меч. Меч Шуры, обычный. Блин. Так, все-таки я думаю, что надо вот это брать. ОЗ-шку восстанавливать. Ну что, тут еще слияния есть какие-то. Пробуждения, изготовления. О-о-о. Я могу изготовить? Ну-ка, давай. Новые параметры будут гарантированно иметь хорошее качество или лучшее изготовление. По-моему, хуже у меня стало, ребята, да? По-моему, хуже, ладно. Решил, блин, скрафтить. Так, смотрим дальше, что у нас тут. Ой, тренировка. Это стоит 200 монет. А это как, просто рандомно, да? Ну давай сделаем. Так, повышаем концентрацию на 110. Это тренировка ног. Отлично, нужно сделать 3 тренировки. Так, священные свитки. Ого, смотри, смотри, смотри. Фига он бомбит. Так, атака в рывке. Слушай, как прикольно. Ну-ка. Ага, понял. Это, короче, нам показывает, ребята, что вообще есть. Это бой. Это снаряга, как ты... Сколько? 5189. Нифига броня себе. Так, тут есть режимы, рейды. Это после второй главы будет. А тренировка. Скрытый бродяга может помочь вам пережить
ваши потаенные воспоминания о былых битвах в бой. Солдат Сёгуна меч, солдат Сёгуна ружье. Скрытый бродяга. Ну давай попробуем, я не знаю, ребята. В бой. Ух ты, а у меня питомец. Оу. Да, конечно. Сейчас. Ать! Хорошо, так как. Тихо. Все, ребят, я его пробил. Блин, нет, надо менять. Эти мечи, ребят, парные, очень мало наносят атаки. Да иди ты в пень. Так, подожди, а что это у него? А почему у него опять здоровье все восстановилось? Объясни-ка мне на милость. Да ты запарил уже, эй, парень. А, так это бесполезно, друзья мои. Так, мне надо поменять, знаешь что? Кнопки на движение. Ну-ка проверим, работает. О, совсем другое дело. Я одного не понимаю, почему. Почему у нас бои-то бесконечные, друзья? Ладно, пускай победит меня. Посмотрим, что у нас из этого получится. Но я вот эти вот парные мечи уберу, ребят. Это... Ну, это не мое. Будем честны, да? Ах, пробил, засранец. Я могу отсюда уйти, в конце концов. Сдаемся, короче. Это просто бесконечно, ребята. Это тренировка. Да, против мечников, против солдат с ружьями. Я теперь понял. Ну что, награда за вход. Все у нас с тобой сделано. Пора, ребята. Пора. А, нет, подожди, какой пора? Меняем. Не хочу. Я вот лучше вот это буду использовать. Слияние. Проведя слияние 5 предметов снаряжения одинакового качества, вы можете получить случайное снаряжение более высокого качества. Использовав в качестве материала для слияния улучшенное снаряжение, вы получите обратно часть ингредиентов и золота, затраченных на улучшение. Вот так вот, друзья мои. А пробуждение что дает? Объединив 3 одноименных предмета снаряжения одинакового качества, вы получите такое же снаряжение более высокого качества. При пробуждении параметра выбранного снаряжения сохраняется, а его уровень снижается до 1. Это мне еще пока рано. Это мне еще пока рано. Ну что, ребята, все, я готов. Пора отомстить. В бой. Будем сейчас... Ага, выбрать способность. Вот это я возьму. Получена дополнительная способность. Распределение энергии. В состоянии оглушения снижает получаемый урон на 50%. Это радует. Ну чё, куда ты так разогнался, парень? Упс. Нормально, так я тебя нахлобучил сейчас. А мы же еще с тобой после каждого уровня восстанавливаем здоровье, насколько я помню, да? Ага, 2 копеечка, значит. Поехали. Блин, вот научиться бы контратаку делать вовремя, вот это было бы вообще солидно. Минусанули. Иди сюда, хлыщ. Ты что, не рад меня видеть, родной? А я тебе рад. Хе-хе. Двигаемся дальше. Так, повышение здоровья на 30%. Давай. Так, во-во-во-во-во-во-во. Слушай, а как делается рывок, а? Вот это мне интересно знать. Угу. Вот бы мне сейчас рывок, ребята, сделать, да? Но я не могу. Могу только... Да что ты не идешь-то, господи, блин. Плохо настроил, что ли, не могу понять. Поехали. Да, ты там еще
Моська, дергаешься. Кто там? Блин, начнем. Господи, этот не даст мне, да? Я успел нахлобучить. Иди сюда. Думает, я буду с ними тютюкаться, да? Так, плавные движения. Увеличение ловкости. Концентрацию давай, наверное, мы с тобой сделаем. Ага. Что ж ты такой тугой-то, а, парень? Сейчас оглушим. Да, поехали. Поехали, поехали, поехали. Yes, of course. Щегол. Будешь знать. Да-да-да, забираем с тобой награды, естественно. Опа. Продолжаем разговор. Иди сюда, хлыщ. Блин, копейщик на меня побежал. Ох. Слушай, у него слишком, как тебе сказать, не крутые атаки, а... Ну чё? Ха-ха-ха, рубанул. Блин, как у нас с тобой долго копится суператака. Свиток воскрешения позволяет ей... Ага, вот это я возьму, ребята. Вот это я возьму. Так, блин, стрелок. Может быть нам... Может нам лучше подойти к стрелку? Поздно. Смотри, что творит, а? Блин, сейчас оглушат меня, по-моему, ребят. Так, и думал, что, куда жать надо? Какая кнопка, чтобы пробудиться? Слушай, да ты не борзил ли, а? Ну и что у меня тут со здоровьем? Вообще беда. Попробуем вальнуть. Дело дрянь. Дело дрянь, друзья. Восьмой этап. Зашибись. И этот меня сзади бомбит. Ах, воскрешаемся. Не зря я взял тут свиточек. Добили. Эх, мне бы вот какую-нибудь, знаешь, такую... Ты вверх, наверх будешь подниматься или нет сегодня? Что ты там делаешь? Я не понял. Хмырь. Уклонение. Слушай, уклонение тоже, кстати, хорошая штука, я смотрю. Пятый уровень. Так, воля самурая, воля к жизни. Увеличивает шанс получения сферы ОЗ и усиливание их лечения. Так. Наверное, вот это вот. Что, ты будешь первым? Упс. Ну куда ты вот прешь, а? Ну ты посмотри. Блин, у меня так. Смотри, что делает. А как мне, например, понизить ее? Извини. Да ты достал уже, хлыщ, блин. Да не, ребят, ну это вообще, это ж трындец. Уже имеется. Давай. Вообще просто запинали. С двух сторон, вы не образелили, а? Я офигею, блин. Давай, 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 быстрее. Этот, три, этот. Yeah.
Люто. А это что тут? Довольно слов. Ты еще кто такой? Генерал Имагава-дасан. Он меня вырубит сейчас, ребята, если у меня... Ты отходить-то будешь или нет? Смотри, что творит, а? Вставай давай! Ну! Я в неком шоке. А у него вообще здоровье? Есть, есть здоровье, ребят. А, давай же. А мне дадут воскреситься? Хренушки. Ну нифига там они. Да, друзья мои. Люлей я сейчас таких получил, что мама не горюй. Так, я могу улучшить ошейник. Восстанавливает 50. Так, когда вы пробуждаете. А, когда вы побеждаете всех. Слушай, подожди-ка, давай-ка посмотрим, что у нас вообще еще есть. Ага, я могу тренировку назначить. Поехали. Повышает УЗ на 125. Слушай, ну неплохо. Так, уровень достигнут 3. Доступны дополнительные тренировки. А как понять дополнительные тренировки? В начале боя заполняет шкалу на 5% навыка. Мастерство. Клыки. А где вот это вот все поглотить? Исполненный ненависти дух павшего воина. Можно получить за первую победу над могучим врагом. Используется для улучшения мастерства. Но я еще не победил. Не победил его, ребята. Естественно, не победил. Так, УЗ 180. Окей. То есть, ничего хорошего и полезного я для себя не нашел. Но зато у меня опыт растет. То есть, это мне сейчас опять, да, придется с ними со всеми. Но тут уже до 9, а всего их 20 здесь. Мне только одного непонятно. Почему с двух сторон, когда зажимает... Так, тихо, подожди. Увеличивает крит урон, повышает концентрацию. Концентрация, что такое? А, ловкость. Так, повышение здоровья. Окей, на 30%. С этими-то, с начальными щеглами-то я тут, ребята, вообще на изи. Это вообще для меня сейчас просто детский лепет. Мне бы вот... Вот как вот это? Ну-ка посмотрим. Как вот работает это? Контратака. Там говорили, во время замаха... Не пойму я, как оно срабатывать должно. То есть он замахивается. Надо будет почитать потом в обучалке про контратаку. Потому что, ну, если мы с тобой не сможем нормально контрить, ну ты сам понимаешь, дальше нам ничего хорошего не сулит. Так, здесь разобрались. Так. Уклонение увеличивает. Так, надеюсь, свиток. Вот это вот надо, да? Вот. От сильных атак, конечно, ребята, надо в первую очередь. Жалко, у меня нет какого-то там, знаешь, рывка или еще что-нибудь в этом роде. Да и хотелось, чтобы концентрация у меня как бы очень быстро спадала, а то так она медленно спадает, ребята. Что там? Давай, наверное. Ага, бежит, 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 бежит. Эть, поехали. Сейчас мы его завалим. Хорошо-то как. Ах ты, гаденыш. Ох ты, ловкий парень. Он у него есть уклонение. Как он делает уклонение, а? Так, что у нас тут? Плавные движения. Вражеские атаки отнимают на 50% меньше концентрации. Безумный рывок. Увеличивает дальность рывка во время атак в рывке.
И такие атаки всегда наносят крит урон. Вот как этот рывок делать? Плавные движения возьму, ребят. Я не могу понять. Ну тут понятно. Вот сейчас был рывок сделан. Да чтоб тебя, а? Не могу я его пробить, ребят. Наконец-то я его пробил. Да дуплись ты уже, в конце концов. Достал тут сосунище. Так, что у нас здесь? Блин, только монетки. Ладно, фиг с ним. Даже левел не получил. Давай-ка, наверное, вот этого. Поехали. Угу. Ну, хорош уже. Вот это вот меня... Вот это меня вот бесит, друзья мои. Вот именно про это я и говорил. Когда они начинают с двух сторон. Как ты, извини меня, тут будешь парировать? Ну ладно, ты одну атаку можешь, да, как-то. Но когда с двух сторон... Просто люто. Это выбить из строя хочется, а не получается. Так, ошеломление, увеличение ловкости. Повышение здоровья. Повышить... Ну, наверное, концентрацию, наверное. Ну давай, иди сюда. Вырубили. Так. Ну с тобой-то все понятно, хлыщ. Давай, 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 давай. Фух. Понеслась, да? Начну с копеечки, потому что эти засранцы самые вредные. И этот идет. Да ты достал копеечек, а? Он просто без устали. Трындец, друзья. Да как ты... Я охерею, блин, с этого дурдома, блин. Ты будешь отходить или нет? Зашибись. Возродиться. Давай возрождаться, е-мое. Это я даже еще до босса не дошел, ребят. Что-то надо делать, я не знаю, против вот, когда на тебя двое нападает. Так, уклоняю, так понятно. Вплоть до 30, так, увеличивает крит урон. Я в шоке. Опять он за свое, да? Опять они за свое, опять они мне тут вдвоем сейчас размутузят. Ага. Попался, гаденыш. Иди сюда. Фух. Довольно слов, да я уже, блин, генерал, ребята. То есть, понимаешь, да? Фига, ты видел, как у него? Да иди ты! Да ты успокоишься или нет, блин, а? Жирный. Да как его бомбить, я вообще не знаю, ребят. Просто не знаю, я его... Так, получены самоцветы. Анигири на максимум. Что за анигири? Не знаю, ребята, давай посмотрим. Так...
Научитесь у скрытного бродяги тайным игровым механикам. Так, но во время оглушения вы получаете повышенный урон. Так, это я понимаю. Обладает уникальным навыком. А, ну это понятно, это вот этот вот навык. Перемещение в блоке. Блок и парирование. Так, чтобы парировать, так нажмите блок сразу перед тем, как... Ну это понятно, сильные атаки. А сильные атаки нельзя, оказывается, ребят, парировать. А вот атака в рывке, это как? А, и выполните к нему рывок. Так, снаряга, тренировка. Солдат Сёгуна, копье. Копье. Ну, как жестко, друзья. О, тихо. Так, мы можем с тобой либо это. Угу, ваше парирование отнимает на 27,5% больше концентрации. Ай-яй-яй, что будем делать? Или же меч. Ну, тут меньше концентрации мы отнимаем, верно? Поэтому лучше, наверное, вот это вот. То есть это у меня отнимает, да, больше концентрации? О, у меня и сюда хватает, да? Блин, как же... Как же он, ребята, жестко бомбит-то, а? Так, это у нас чёточки... Может быть, что-то можно нам с тобой скрафтить, а? Как думаешь? Блин, мне бы колечко хоть какое-нибудь или ожерелье. Изготовление. А у нас на этой броне вообще что-нибудь есть? А, ну вот, ваше парирование, понятно. А на мече? Меч можно посмотреть? Так, смотри, дает случайный параметр. Увеличивает урон от последней атаки комбо на вплоть до 30%. Это вот все, что, ребята, можно нам получить. Хорошо. А если взять вот это вот? Дает случайный параметр. Нет, ребят, не хочу пока. Короче, давай мы с тобой сделаем так. На сегодня мы закончим серию, да? Закончим серию. Ты мне напиши, мы будем играть каждую серию вместе. Или мне лучше за кадром играть, прокачиваться, а потом снимать уже битву с боссом. Напиши в комментах. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.